приготовлена, но так видишь, шашкин. Я, так как помладше, я занимаюсь вот такой черной. У нас дедовщина. Она носит все. Пожалуйста. Девчонки, жюри, Бумбари, скажите, пожалуйста, как вам этот номер? Я вам скажу такую маленькую тайну, не обязательно все время нажимать на нее долго, можно потом, когда вы сказали, нажать один раз, она замьютится. Девчонки, вы огромные молодцы, костюм у вас просто потрясающий, в общем, бомбовый, вышли, я все выпала. Вы огромные молодцы, что вы отыгрываете, вы пытаетесь передать песню, это очень видно. Я бы хотела, чтобы вы были чуть увереннее. Я понимаю, что это придет с опытом, вот, как бы не бойтесь, вас никто не съест, это ваша сцена, ваш час, поэтому просто наслаждайтесь. Вы огромные молодцы. Спасибо. Аплодисменты, Just Relax, Бумбари. Девочки, вы написали, что хотели бы научиться чему-то новому, а поскольку мы академия, решили, что надо добавить элемент изучения. В этой банке... Давай, пожалуйста. Я тебя возьму все-таки банку. Спасибо. В этой банке у нас разные бумажки с рандомными интересными фактами о Корее и айдолах. Возможно, некоторые из них кого-то не удивят, но кто-то узнает что-то для себя новое. Так что давайте посмотрим. В Южной Корее царит настоящий культ образования. Человек попадает в систему с раннего детства, а заканчивает учиться ближе к 30 годам, при условии, что он не врач, и продолжает обучение в докторантуре университета. Да, вот так вот. А мы думаем, боже, мне 25, я все еще в институте, да сколько ж можно, да. А они до 30, а то до 35 и учатся. Девчонки, вы хотели бы учиться в Корее? Да. До 30 лет. Да. Да.